Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Leon 2012 года выпуска, рестайлинг в серебристом цвете в одной из максимальных комплектаций G Package Limited. Штатные 15 литые диски на хорошей зимней резине японской, темная оптика, линза фара ксенон, автокорректор, штатные туманки, штатные ветровики, хромированные ручки, дополнительная опция установлена. Камера заднего вида, хода. Задняя полусфера остекления затонирована. Ключ и мобилайзер, бесключевой доступ. Автомобиль обслуживался в Японии. Светлый салон, самый дорогой салон. Старт-стоп кнопка. Кожаный руль, косточка. Так, многоформатный магнитофон Eclipse. Климат-контроль. Пробег 21 968 километров. Камера с траекторией движения. Аукцион USS уже открытый, находится как по номеру лота 25294, так и по номеру кузова NZT260-301-7079. 4 балла, B-салон, 12 год, 21 тысяча пробег, 1F7 код краски. По кузову незначительные царапинки, по переднему бамперу царапина была. Сравнивайте, проверяйте, честный аукцион автомобиль, статистики есть. Статистика открыта, повторюсь. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем. Смотрите карточку продавца, наличие есть и другие автомобили. Всем спасибо за внимание.